Рядом с отелем Хилтоном огромная территория Ташкент-Сити. Это парк. Достаточно интересно посмотреть, что здесь, погуляться. Такие вот. Да, здесь достаточно мило. Скоро пойду внутрь, посмотрю, что. Ну, вот я внутри Хилтона. Сейчас я посмотрю, что здесь вообще. Как... Так, вот. Отельчик. Дальнейшее вы увидите. Здесь такой лифтик, да? Лифт, да. Ну, да, здесь, конечно... Ну, в каком году построен? В 19-м году. То есть, в декабре мы открылись. 3 года. Ну да, здесь, конечно, это уже ясно, что это отель, это нет 20 этажа. Посмотрите сами, нету. Это у нас? Это у нас угловой люкс и номер 3. Угу. Они вот так. Они соединены. Да. Таких категорий у нас 46. В каждом номере есть у нас и душевая, и ванная. В стандартных номерах у нас 55-дюймовые телевизоры. Угу. Ничего страшного. Мини-бар. Мини-бар. А спиртные есть? Машина. Да, есть. Да. Ну, нормально. Очень, так скажем, грамотно все сделано. И не пожалели места. Утюг, тапочки, ну понятно, пятерка, да, она есть пятерка. Ванна мне очень нравится. Необычно. Ну, то, что смотришь, конечно. И она сделана в матовом стиле, чтобы оплатить. Они оплачивают и бронируют именно президентские номера. А так, получается, у нас проживали актеры, не актеры, а певцы. Но они проживали у нас не в президентском номере, а проживали у нас в Голосе. Сколько квадратов это? Это у нас президентский номер, именно в классическом стиле. Размер комнаты 250 квадратных метров. Все президентские номера смотрят на парк. И разделяются на 3 зоны. Это гостиная, обеденная зона с левой стороны и также спальня комната. У президентского номера есть... комната для охраны, либо для сопровождающего, он находится с правой стороны, отсюда можно будет пройти. И с левой стороны имеется отдельная уборная для посетителей и мероприятий. Это у нас стандартный номер King, с одной большой кроватью, 7 квадратных метров. Все те же самые удобства, как в номере Twin, только здесь одна кровать и один шкаф. 5. 5 сейчас сезон, да? Это вот в этой стороне находится? В этой стороне, да. Бассейн вы можете пройти. И с левой стороны, и с правой стороны. 1,4 метра. Да, длину 20 метров, ширину 5. Также есть встроенный джакузи, она видом расположена. Есть абонементы свои. А какая стоимость? 400 тысяч. Паяти какая? Вишню, черешню, допустим. Пробует, да, кушает. И ему, например, становится интересно, да, как это все вообще выращивают, да, например, как это условия. Для таких вот наших гостей мы сейчас разработали такую программу, что при оплате, допустим, $20, да, мы это все организовываем. То есть мы организовываем там, сейчас поездку в то место, где это все выращивают. И сами гости, они видят, как это все проходит. Типа экотуризма, да? Ну, типа да. Хорошо. Благодарю. Большое спасибо. Спасибо. Очень рад знакомству. За ваш отель, за гостеприимство. Очень красиво, очень добротно. Мы всегда на связи. Спасибо. Все, пишите, звоните. Мы рады. Я думаю, да, что привлечем мы больше еще клиентов таким. Дай бог, дай бог. Ладно, спасибо, всего доброго. Посетил Хилтон. Посмотрите сами, что там.
интересно будет останавливаться, поможем. Ну так, в принципе, да. Отель добротный. В этом я лично убедился.